Здравствуйте, вы находитесь на сайте Speak and Read. Это четвертый урок, который называется School Subjects, школьные предметы, урок под буковкой B. В учебнике страница 16, page 16, exercise number 1. Look, read and match. Смотрим на картинки, читаем команды и соединяем с картинками. Stand up. Встаем. Картинка под буковкой B. Sit down. Садимся. Картинка под буковкой C. Open a book. Открываем книгу. Картинка под буковкой A. Close your book. Закрываем. Картинка под буковкой B. Clap your hands. Хлопаем в ладоши. Картинка под буковкой E. Stamp your feet. Топаем ногами. Ответ под буковкой F. Exercise number 2. Второе упражнение. Sing along. Поем песенку вместе. Посмотрим на картинки, где изображены Майя и Пака. Они выполняют команды. Come on, everybody. Повторяем вместе. Come on, everybody. Stand up, stand. Stamp your feet and clap your hands. Come on, everybody. Sit down, sit. Clap your hands and stamp your feet. Повторяем все вместе. Встаем. And clap your hands. И хлопаем в ладоши. Повторяем вместе. Sit down, sit. Садимся. Clap your hands. Хлопаем в ладоши. And stamp your feet. И топаем ножками. Fun at school. Мы играем в школе. Exercise number 3. Третье упражнение. Fun with numbers. Нам предлагают поиграть с числительными. Read the example and have fun with numbers. Прочитай пример и поиграй с числами. What to do? В первой колоночке записано действие, которое мы будем выполнять. Example. Здесь мы будем решать. Your turn. Твой черед. Try again with a new number. И нам дают возможность поиграть еще с числами. Читаем первое действие. Choose a number. Выбери число from 1 till 7, от 1 до 7. Example, 7. Мы выбрали число 7. Add 5. Прибавь 5. К 7 мы прибавляем 5, получается 12. Add 4. Прибавь еще 4. К 12 прибавляем 4, получается 16. Take away 2. От 16 отнимаем 2, получается 14. Add 6. Прибавляем 6. 14 прибавляем 6, получается 20. Take away the first number. От 20 отнимаем первое число. Это 7. Answer, ответ, получается число 13. Выбирай любое число от 1 до 7. И выполняя те же самые действия, мы в итоге должны получить число 13. Exercise number 4. 4. Match the pictures to the correct shapes. Соотнесите предмет, изображенный на картинке, с соответствующей формой. Например, the sandwich looks like a triangle. An apple looks like a circle. The box looks like a square. The sun looks like a circle. The window looks like a square. The cheese looks like a triangle. Рабочие тетради. Мы выполняем упражнение на странице 9, page 9, exercise number 4. Look and write. Посмотрите на картинки и запишите правильно глагол. Look. Смотреть. Sing. Петь. Draw. Рисовать. Read. Читать. Write. Писать. Listen. Слушать. Смотрим и записываем глаголы. Exercise number 5. Пятое упражнение. What does Lulu say? Что говорит Лулу? Look, read and complete. Посмотрите на картинки, прочитайте и запишите команды. Stand up. Stamp your feet. Clap your hands. Open your books. Сборники упражнений. Мы выполняем упражнение под номером 6. Напиши глаголы в полной форме. Образец. She isn't in year two. Это краткая форма. Переделываем в полную. What is?
She is not in year two. Это полная форма. Возвращаемся в учебник на страничку 166 и посмотрим в еще одну табличку. Отрицание или отрицательная форма. Полная. I'm not. Кратко. I'm not. You are not. Полная. You aren't. Кратко. He is not. Полная. He isn't. She is not. Полная. She isn't. Кратко. It is not. Полная. It isn't. Кратко. We are not. Полная. We aren't. Кратко. You are not. Полная. You aren't. Кратко. They are not. Полная. They aren't. Кратко. Внимательно смотрим в учебники и переделываем глаголы из краткой формы в полную. Exercise number 7. Выбери правильное предложение, подчеркни его. Прочитываем все предложения, обводим правильный ответ. Exercise number 8. Найди правильные ответы на вопросы. Читаем вопросы, читаем ответы и записываем буковки. Exercise number 9. Напиши соответствующую команду, прочитай. Читаем, находим команду, записываем посередине буковки. Exercise number 10. Напиши слова в правильном порядке, прочитай предложение. Не забудь начать предложение за главной буквы. Читаем все слова. Is my Олег name? Составляем предложение. My записываем с большой буквы. Name is Олег. Читаем, составляем предложение. На этом четвертый урок закончен. Спасибо, до свидания.